Приветствую вас, дорогие друзья! Мы тут решили с Серегой пройти для вас совместно игру под названием Borderlands 2. Веселая, интересная, экшонистая RPG-шка. Думаю, будет весело. Да, дорогие друзья, все так. Опыта у нас с Аней тут, считай, нету, так что все в новинку. Так, ну что, у тебя ролик запустился? Да. Ну, давай посмотрим ролик, потом в бой. Я тебе говорю. First there was the vault, an alien prison opened with a mystical key. To the warriors who opened it, the vault was just a container of tentacles and disappointment. They vanished. Нам же нужно узнать, с кем мы будем сражаться-то за благое дело. The vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Ну, типа иридий — это как нефть у нас. The rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. Здесь все хотят заполучить этот минерал. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Попытались поработить местное население, которое тут обитало. Дикари. To use its power to civilize the borderlands once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover. За это Риди, в общем, не одни мы будем бороться. Да, разумеется. Ну, типа, мы как наемники, так тоже пришли отмудохать про плохих, взять частичку себе, что-нибудь, да, чтобы там на безбедную старость хватило. При этом будем еще сражаться с коренным населением, с дикарями. Вот с этим мудаком мы будем сражаться. Пижон такой. Красавчик Джек. Хэнсом Джек. О, смотри, монстр ей ходит по пустыне. Жуть какая. Разыскиваются искатели хранилища. Масло масляное. И, кстати, перестрелки тут достаточно хардкорные. Зачем же ты так, песик-то? Он еще цепочкой будет нести. Сейчас. Песик зверей должен, да? Зачем так издеваться над животным, а? А, над дикарей. Походу, вот этот чувачок псих все-таки. Ну, походу, ты тоже таким же будешь. Мой персонаж как раз. То есть ты будешь карликом играть, который будет пиздить даже своих? Да. Круто, вообще ничего не скажешь. Чувак, я же псих. Я всегда догадывался. О, вот это красиво. Прям для заставочки. 2К Games. Чётенькое, чётенькое начало.
Кстати, возможно, начальное вот это вступление придется вырезать, потому что там музыка была. О, это что такое? Вообще на Джокера похоже уж тогда. Кстати, реально челюсть похож на Джокера. Херакс и все, минус поезд. Добро пожаловать на планету Пандора. Кстати, в Аватаре, по-моему, планета тоже Пандора называлась, да? Да. Прикольно. Так. Так, вот он, мой псих. Значит. Угу. Резня пилу топором, активный навык, и боевой стиль, да. Боевой забияк. Ну, ок, чё. Угу. Ассасин. Очень ближний бой. Мехромантка. Для тех, кто предпочитает электрическое оружие и взрывчатку. Псих. Боевой забияк. Ой, блин, да. Я думаю, что тебе очень понравится тот персонаж, которого ты выбрал. Ну так, кто же сомневается-то? В выборе моего перса. Никто не сомневается. А чё, да, а давай, раз фанимся, то фанимся. Естественно. Попросили экшона, вот вам экшон, дамы и господа. Borderlands 2. Я выбрал... Чё ты видишь, кого я выбрал? Я передумал. Спецназ что-то там за укрытием сидит, турельки ставит. А мы выбрали персонажей, которые как раз именно в дополнении только были добавлены. О, кстати, это Валли уже напоминает. Кстати, прям вылитый Валли почти. Такой упрощенная версия его. Ты прям вылитый псих. Смотри, как красавец. В обмотках каких-то. И что ты мне дал? Эхо коммуникатор? Это типа интерфейс. Полезная фич. Ой, блин, у меня мало здоровья. Идем, идем, дружище, железячек. Доступен новый золотой ключ. О. Кстати, нам сейчас будет доступно очень много плюх, ведь мы же купили полную версию. Да, конечно. Со всеми дополнениями. Кто-то у нас 7% в Steam. А что это за девчонка? То ли киборг. Так мало здоровья. Ну, видимо, мы упали с этого поезда. Очень сильно ушиблись. Поэтому у тебя сколько хп? 10. Я 90. Так, типа у меня ну персучка, все. Она заточена на электрическом оружии. И на запчатке. То, что будет ураганно. А что не выбрал-то? Ну, в принципе, спецназовец какой-то, ну, не знаю, скучный. Стиль боя. Сидеть в укрытии, ставить турельки. Такой себе, да. Это план. Ну, врывай, псих будет всем устраивать разнос направо и налево. Мне так кажется. Блин. Ты, кстати, проверяй все ящички. Тут очень много ящиков, там патроны, там разные детальки, модификации, оружие даже есть. Так что ты не торопись. О, смотри, патрики. The creatures around here are dangerous. None more than this bullymong named Knuckle Dragger killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol. Какой пистолет? Железяк, у нас автоматы есть уже. Мы VIP персон. У нас уже автоматы. О, это что за херня такая? Мускулистая, многорукая. За что ты железяку-то взял? Клептоман, что ли? Вот сволочь, а. Он у глаз. Был наш робот дворецкий, тварь. Иди сюда, падла. Блин, он вырвал глаз нашему железяке. Это прикольно. Так, смотрите, сколько еще ящиков. Чуть не открыл их. О. Жизни. Что-то тут еще модулятор какой-то, бабло. Блин, смотри, теперь наш робот без глаза.
Нам нужно за ним следить теперь. И давай. Что-то был, походу, долбанутый маленько. Ничего, вернем и твой глаз, не переживай. Мы лучшие наемники, Пандоры. О, смотри, я сколько тут богатства. Серег, бери, короче, патроны. Все, ты несешь. У меня фулка. Почти что. Да, фулка у меня уже. Да, тут прям много чего. Прямо бабосики, исплывали нас. С самого начала прям. Мы же все-таки элитные ребята. Пойдем. Глаз отымать у того многорукого качка. Ага. Какой-то карту большая. Карта огромная. Кстати, тут видов оружия знаешь сколько? Больше 10 тысяч. Ой, ты их... Тогда весь геймплей не переиграешь. Почему они с разными абсолютно механиками? Есть даже оружие, которое млекопитающими какими-то маленькими грузунами стреляет. Хостел напоминает. Ну нет, это разные все-таки абсолютно. Немножечко. Тут все-таки нет такой жести, как в постеле, нет такого черного юмора, что ли. Ну тут юмор есть, но он помягче. Так, защищайте меня! Ой, смотри, он братюнь позвал! Мордоплюйчик! Мордоплюйчик, блин. Посмотри, придет мама, спросит, Сережа, чем ты занимался? Я бил мордоплюйчика. Меня спросит, может тебя, Сань. Нет, ну я что не... Саша, вот пришел ты с работы, да, и чем ты тут занимаешься? Я мордоплючиков тут перебиваю. Пинаю рыжие бестии и мордоплючиков. Блин, гранат у нас пока нету. Кстати, гранаты, по-моему, на Джи кидать. Это на будущее. Ага. Так, мы еще будем находить валюту Иридий, так называемый. Ну, собственно, зачем мы сюда и приехали? За это мы можем расширять инвентарь, там всякие фишки. Ледниковая расселена. А я не хочу разбивать с... А, где-то нормально. Оп! ХПшечка появилась. Мордоплючики! Что-то они какие-то бесполезные, да? Блин, не знаю, как тебе, мне пока по фану. Вообще классно. Маленький мордоплюй! А это уже не мордоплюйчик, это уже... Батя, не мордоплюйчик. Или мамаша. Мы же проверять не будем, правильно? Так. О, смотри, аптечка. А мне не нужно. Что-то с дробовиками основался, а ко мне сейчас там У тебя какое оружие основное, дробовики? Специализация класса какая. Потом прочитай про него подробнее. По идее, я на штурмовике взял. На турчат. Так, где там железячек наш? Он нас накажет, Сань, беги. Накажет? Не-не-не, я такого не хочу. Нет! О, смотри, ну как ты так-то, блин, в сугробе он тут валяется? Так, ладно, нам нужно быть немножко повнимательнее. Железячка наша свалилась. Ну чё ж ты падаешь-то, дружище, давай. Давай, на звук выстрелов иди. Вот, умница. Туда. Пойдем, месяц. Красавчиком Джеком. Что-то мне кажется, сейчас будет жестко. Нет, с красавчиком Джеком мы будем меситься, скорее всего, в конце игры, потому что это главный босс. А, главный... вот он наш первый босс. Сволочь. Громила! Будет больно. Вот сейчас начнется экшенчик. Вот это даже будет Громила! Да тебе. Давай разделяемся. Пускай он тебя грызет. Это все, что ты можешь? Блин, я по тебе попадаю. Я псих, мать твою!
Так докажи ему, что ты псих. А? Твою мать. Вот это да. Слушай, патронами пока проблем нету. Ребят, до свидания. Я херачу по ним. Тут чё, мелкие мордоплюи? Ох ты чёрты. Чертёшки. Ты там отвлекаешь внимание на него, да? ХП мало. Как видишь, у меня уже 40 хп. Почти эту тварь убили. Убегай от него. Я пытаюсь сагрить его. Я его убил уже, да. Yes! Блин, охеренная игра. Вообще, я, кстати, такого фан давно еще не получал. Почему это самое начало игры? Ты прикинь, дальше что будет? Тут уровни, по-моему, 60, что ли. Тут дроп тоже собираю, с них сыпется иногда. То есть тут и модификаторы сыпятся с них, и бабло. За бабло можно... Я его громил, отпиздил. Отвлекался от них себя. Танчил. Как псих настоящий. Ну ты, скорее всего, не будешь агрессию врага на себя. Потому что я маленькая, хрупкая, рыжая девочка. Ковачал, да, Сань? Я-то псих, а ты, оказывается, в душе маленькая рыжая девочка, которую нужно защищать. Да, которую взрывчаткой закидывает всех неприятелей. Так, глаз вернул? Нет, еще. Блин, куда же ты громил глаз своего подевал? Блин, ну вот эта вот пушечка уже получше будет, чем дробовичок. Well, она белая, зеленая? О, ну вот уже хорошо. Зеленая — это типа промаща крутая. А самая крутая тут, по-моему, фиолетовая, что ли? I'm networked into almost everything on this planet. It's a long way to sanctuary. Please take whatever you need for the journey. Так, что у нас тут? Что у нас? Вот это тяжелая пушка. А мне? Где мои штурмовые винтовки? Ну, ребята, ну не серьезно. Я тоже старался, между прочим, убивал вот этого громилу. Пушечку-то. Да, кто на себя свое все внимание отвлекал и чуть не умер. Так, громила мертв, и вы добыли глаз железяки. Теперь вам нужно пройти найти того, кто вставит глаз. Опаньки. Понял как? Вот это уже серьезные пушечки. Я не против. О, смотри, еще ящички. Бабочки. Бабочки. Так. Что, готов? Перемещаемся. Тут все патрончики взяли, вот у тебя новое оружие теперь зеленое. Как ну, ты всех замочил-то? Ну смотри, тебе в любом случае нужно будет на сближение с противниками идти. Если ты по дробовикам спец. Так, смотри, вот эти штуковины — это сохранение. То есть, когда мы проходим возле них, мы сохраняем прогресс. То есть, когда мы умираем, мы появляемся возле вот этого маяка. Я про игру знаю немного, но вот такие эти, самые первые азы я только слышал. Так, где железяка? О, мы сейчас с этими с разбойниками будем сражаться, видимо. Только смотри, аккуратно, не сорвись. Смотри, внизу. Это что, троги, что ли? А, мордоплевчики. Я думал, что это из Warcraft. Я не шарю, чувак, я тут нубас вообще. Да я тоже нубас. Ну, может быть, я чуть-чуть больше знаю, чем ты, и все. Ну, пока что начало было очень драйвовое. Блин, начало мне вообще понравилось. Это шик. Там порадовало. Тем более, вдвоем тут играть значительно веселее, чем в одиночку. Конечно. Так. Давай. Great! Так. Какие-то не лошадки, да? Ой, перезаряжаюсь. Так, excellent. Так, смотри, какие-то эти. Кстати, айсберги разбивай. У них тоже лут. Да я так и понял.
Ну, да, включай, включай. Что-то мне подсказывает, нам тут будут не рады. Как ты догадался? Потому что там мародеры, вот. Мародер первого уровня. Все? Нет мародера. Вот, видишь, в дырочке может тоже стрелять. Приседать, кстати, на С. Ну, можно и так, в общем-то, да. Зачем открывать ворота, если можно их сбить? Ой! Ну, кстати, они стрелять не больно. Но все равно аккуратнее будет. Это реально псих. Что-то вообще лошары. Ребятки настоящие стреляют. Лошарам всяким берут, снайперку вот так выцеливают. И до свидания. О, смотри, я ему бушку прострелил. Блин. Так. Перезаряжайся, мародёр. Чего там ему опять не хватает? Чё, это все, что вы можете, да? Ой, блин! Живность на нас нападает! Мордоплю ей! Блин, мародёр! Мордоплю ей! Откуда ж вас столько? Аккуратно, аккуратно! Они маленькие, ручные. Почти не страшные. Эндербаданы не одни у меня, конечно. Да ладно. Фу. Блин, у меня пушка, конечно, кривая, очень. Какая же у меня тут. Понял, делал с самого начала игры, поэтому у нас говнецо только. Угу. О, ящичек еще один. Бабосики собирай. Они нам пригодятся на более продвинутый модификатор оружия. Так, где там железячка-то? Сэр Хамерлок. Прям вылитый шериф из Fallout какого-нибудь. Так. Больше ничего нет. Во. Смотри, жизнь потрепала его. Протез руки, протез ноги. Глаза нет. Или ему по фану с такими очками. Шериф, давай быстрее, быстрее. Железячки плохо. Искусственное дыхание надо сделать. I'm headed to Sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there could use a hero like you. Now, if you could hand me the robot's eye, please. Все, вставляем глаз. Че ты, то есть в полевых условиях ему вставишь глаз, и все? Нихера себе ты спец. Смотри, он просто взял и вставил глаз. А почему мы так не могли сделать? Ну ты же не спец. Да, я не. Для этого нужен сэр Хаммерлок. Я взрывотехничка. Сумасшедший. Да просто псих. Как он его отблагодарил, да? Не, прикольный, кстати, забавный персонаж этот робот. Now that Liasburg is cleared, I might as well turn on the main power. This town's full of things that maybe you could go to the slayer of men like yourself. Minion, roll out! Покатились, слуга! Мы вообще друзья были! Какого слуга? Он нас слугами считает, прикинь. Я-то думал, мы с ним подружимся. Так, чё я взял-то? Так, что у нас тут? Во, смотри. Это типа портал для быстрого передвижения. Прикольно. Так,
Железяк снова обрел зрение, теперь пора идти в убежище. К сожалению, в путь к последнему свободному городу Пандоры весь преградил капитан Флинт. Вам преградил. О! Уже третий левел. Кстати, нажми на таб. Тут можно очки распределять. Тут три ветки, и между этими тремя ветками мы можем перемещаться. Вернее, вкачивать какую-либо. Так. Что у нас тут? Так, меньше, легче, быстрее. А, не, пока очков навыков нет, к сожалению, блин. Печально, печально, но ничего. Так. О, тебе снайперская винтовка не нужна? Нет. See the numbers, taste the violence. О, вот это вот уже нормальная пушечка, блин. Они тоже мне подсунули тут. Так, похлопать железяку по плечу. Классное задание. Я собираюсь в группу. Хорошо, ну, понятно. То есть, робот-падальщик. Какой-то местный подобие палаша взял, вот это уже получше. Да, похож. Проводить железяку на его корабль. Но я так и думал, что он не отмер всего. Как можно из трупа сделать батут? Ну, ты просто секретов не знаешь. Ты талант нужно иметь. Be careful taking down Boom Boom. He's one of the Ripper clan, as in Flash Ripper. I don't have to tell you why they're called that. Опять этот Джек сраный. Блин, он портит впечатление обо всех Джеках, которые мне нравились раньше. Джек-потрошитель, Джек-воробей. Псих! Псих! Стреляет в психа, это как так? Это же твой брат. Поговори с ним спокойно. Не, психи друг друга мочат на самом деле. Ну тебе виднее, конечно. Бродер. Кстати, учти, тут уже они третьего уровня. Ой, тут пятого уровня бродер, убийца. Ты как умер ты уже? Давай, поднимайте ноги. Стреляй, стреляй по ним. О, как положено, друзья, мочивка. Блин, а тут уже серьезно. Серёг, тут нарожон, не иди. Тут уже по тактике нужно, аккуратно. Ты опять сдох, что ли? Я ж тебе говорю, аккуратно, не ведись вперёд. Ты не танк. Поэтому я и бегу на рожон. Они тут, блин, они тут шарашат уже, как нехер делать, уложат нас вдвоем. От робота все равно толку нет никакого. О! Че там еще? О-о-о! Типа, кстати, там задание какое-то есть у нас. Ну я взял, да. Блин, как они пищат противно, эти психи! А, псих-кротыш! Кротыш! Псих-кротыш! Блин, давай, штурмуем, штурмуем! Пошли нахрен! У меня гранат нет, блин! Но персонаж заточен на электрическом оружии и гранат. Гранат? У меня гранат, ни хера. До свидания. Кстати, еще бочки есть. По ним можно выстрелить и... Просто. Что у меня за говно в руках? Что
чувак, спасай меня. О, я сам себя спас, отлично. Тут как в Макс Пейне третьем, то есть если ты убиваешь кого-то, возрождаешься сам. Я-то знаю, я его проходил, в отличие от них. Ну ты мне... Ну, я чуть-чуть ты в него играл, поэтому я такую механику помню. Свидание. Да. Это опять же таки на определенном уровне сложности, на всех, кроме хардкора. Не подлечиться, чувак. Подлечиться нужно находить аптечки. Ну или если ты сирены играешь, ты можешь лечиться. Пока поэтому... псих. Все пушки сюда, отлично. Так, что тут? О, сохранялка. О, это здорово. Так. Ищем. А, что там я аптечка где-то вон показана на карте. Какой-то медпункт, что ли, или что? Не знаю, тут показано крестиком. Короче, ладно, забей. Где, чувак? О. А как посмотреть свое снаряжение? Тап, вот. На тап. Так. О, там какое-то электрическое силовое поле. Короче, сейчас нам звездюлей опять дадут. Вперед, не рвись, у тебя здоровья очень мало. Там где-то была какая-то, по сути, аптечка. Ты тварь. Что? На, вот и сдохну. Так. А, тихо, 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 ты что ж так херачишь-то по мне? По маленькой рыжей девочке. Тут поблажки какие должны быть. Во. Давай, коротыш псих. Изи. Изи. Изи пизи, мани свизи. Прячься за укрытием. Тут говоришь, тебе прячься. Я псих, чувак. Все равно здравый зачатки ума, у тебя даже у психа должно быть. Понимаешь, что если стреляют, зайди в укрытие. Сдохни ты, тварь. Блин, патрон пошел. Так, это что у нас такое? О, взрывоопасный бог, это серьезно. Ай, блин, я себе поджог. Молодец. Я не думал, что такое расстояние поджога будет большое. Это бачка. Так, что нам теперь делать с этим... Волем, отключать его как-то. Препятствием. А, друг мой? Как ты его нужно включать? Думать. Можно обойти. Вот, все, на предохранитель нужно было стрелять и все. Ладно. Да. Толкан. О, смотри, в толкане предмет четвертого уровня, щит какой-то. Кто там возмущается, а? Покажись. О, привет, ребят, давно не виделись. О, элитный мародер, между прочим. Ой, блин, мордоплюй. Фух, у меня хоть щит. Так, прячься. О, смотри, они тоже с мордоплюями воюют, это нормально. Ты учти, что у элитного мародера тоже что-то есть. Его нужно вкусить. Отлично, кончились патрики. Вау, вот это жёстенько, конечно, жёстенько. Так, сейчас я... спрячься куда-нибудь, я щиты восстанавливаю. Я не пойму, откуда они помеки раньше. А чё, это всё, что ты можешь, тварь? А, вот мародёр убийца, блин. Наконец-то я ему щит снес, или ты молит моему мародёру. Это все, что ты можешь? Сдохни! Сдохни! На тебе, тварь! На, на! Все, давай, давай! Блин, патроны кончились! Давай! Его чуть-чуть осталось, давай! Быстрей! Фу!
Блин, у меня патроны кончились прям, когда у него одно хп оставалось. Это просто... Так, мне нужно... Пушечку сменить надо. Все, у меня 4 патрона осталось во второй пушке, все. Надо искать патроны. Отлично. Еще мародер там, блин, с крыши стрелял. Я думал, блин, кто по мне палит? Я убил этого мародера, падлу. Ну согласись, это сложно, блин, это сложная игра. О, у меня от пистиков еще патроны есть, отлично. Свои нормальные пушечки я сделал, блин. Так, псих-то он, конечно, псих, но... Трудновато, да, заметно прям, да? Угу. Вот. Я все равно это не Dark Souls. Блин, конечно. Кстати, там есть, вышла такая недавно игрушка на подтипе Сеги. Вот она реально прям хардкорная, я его Славик посмотрел на стриме. Угу. Что-то там, думаю, надо дальше двигать. Да. Подруга. Я попробую с пистиком. Ой, какой пистолет хороший, без задачи почти. Пистик вообще отличный. Взрослый мордоплюй. Я еще кидаю из пистолета. Беги. Ой-ой-ой. Взрослый мордоплюй. Мы так не договаривали. Я его убил, отлично. Блин, пистик какой классный, а. Блин, вообще улет. Блин, вот это круто. Не, знаешь еще в чем прикол у него? У этого пистолета у меня, например. Когда ты перезаряжаешься, ты кидаешь в пистолет, он взрывается в противника. То есть ты кидаешь взрывающийся пистолет в противника, и он наносит ему урон еще. И всем существам, которые рядом с ним. Охереть. Когда пистолет лучше автомата. Ну, блин, автомат-то белого качества, а пистолет все-таки уже более продвинутого, зеленого. Прям пистолет хороший, прям. Меня радует. И игрушка тоже радует. Угу. Ты учти, что тебе нужно искать дробовики в первую очередь. Штурмовые винтовки. Блин, дробовики я не люблю. О, магазинчик. Какой-то щит тут продают со скидкой. 3 минуты, только сегодня и только сейчас. За 3 минуты вы можете купить потрясающий ненужный щит. Хотя ладно, он мне по сути-то нужен. Но у меня есть уже примерно такой же модификатор. Так, свинцовый щит. Экстанционный щит. Ого. Уже желтые такие-то. Ай, блин, я приобрел! Зачем я приобрел-то? Мне это не нужно. Я, короче, что, слился... погнали? Сейчас, подожди. А, Сань, видок у тебя, конечно, мощный, ничего не скажешь. Да, спасибо. Блин, я случайно купил у него то, что мне не нужно. Вот без психопата делал бы, а? Который рвется на пролом. Да, и помирает постоянно, его спасать приходится. Да, а то бы тебя пришлось спасать. Так. О! Тут птичек можно мочить. Ты знал? Чувак. Птичек можно мочить? Я птичек замочил. Зачем? За что? Они пользу приносят. За них мне дали новый левак. Они чирикают. Блин, я столько бабла потратил. Просто впустую. Хотя, может быть, не в принципе. В принципе, и не впустую, но... Во, отлично. Ну, сволочь. Блин, это вообще-то опасные птички. Если что-то пошло, они эти как стервятники. Для этого их и мочил. Раки какие-то. Мочи мордоплюя. Взрослого, между прочим. Ой, блин, пистолет отличный, а? Блин, какой отличный пистолет, серьезно. А? Да, мне тоже нравится. Тут мне не нравится, что я слил бабло в тупую. Хотя ладно, мне и такое. Немного было. Не, уже против взрослых мордоплюев пистолет вот это уже не канает нифига. Нормально. По 24 урона. Вообще изи. Стою тут их на мачкую. О, смотри, иди сюда, дробовик 5 уровня. Для тебя, кстати. Не хочу я дробовик. Иду его. Ух ты, какой-то фиолет. Я эпический предмет нашел. В айсберге. А
Офигеть, стихийное оружие, черт подери. Получен доступ к облику какому-то. Так, это прекрасно, прекрасно все. Иди помогай мне. Блин, они кирпичами кидаются. Ворачивайся. О, убить врагов из пистолета, отлично. Врачи, что ли, дадут? Ага. Ну скоро. Да хорош. На тебе гранату твой. О, неплохая граната у меня оказывается. Электрическая, которую АУЕшка еще все задевает. Кидать гранатки можно ножи, да? Да, ножи. Ножи. Так, а смотри, там какая-то платформа. Может, там что-то есть интересное? Сейчас посмотрим. Надо тут посмотреть, что в ледниках валяется. Хорошо. Так, это красавчик Джек. Найти аудиодневник, если что, уж что-то пошло. О, смотри. Переправа. Плотик. Так, кто там куда забрел? Ямочку издали. Вон, смотри, там какая-то переправа у нас есть. Может быть, там какой-то бонус есть прикольный. И сюда тут какая-то пещера. Может, что-нибудь найдем хорошую. Не, нам надо еще на переправу сходить, потому что мы больше не вернемся сюда. Там-то реально что-то такое. А, это было больно. Что это за тварь, которая рыжую девочку бьет, а? Вообще. Блин, все плохо. Дел дрянь. Что такое, Саша? О, у меня патроны заканчиваются. Убить 25 мордоплюй. Блин, а по безбашенным мордоплюем спистить лучше вообще не похреначишь, ну, чувак. Поэтому они и безбашенные. Ну ты найди с ним общий язык. Все. Нихера себе. Так, помоги. Сказал я себе. Помоги. Быстрей. Быстрей. О, все, меня тоже сбрили уже. Сейчас нужно как можно быстрее его попытаться убить. Охренеть, блин. Все, ты возродился? Одуреть можно, вот это махина. Пистик, конечно, хорошо. Не, против вот таких вот жирных, толстых и бронированных существ пистик, это вообще говнище. Против каких-то таких вот этих наемников, которых в тряпье одеты, на них, конечно, не действует. Маленьких мордоплючиков убивать. Поэтому я тебе говорю, блин, возьми дробовик. Давай, перемещайся сюда, к платформе. Тут что-то есть интересное. Ты вот у меня на карте же видишь, да? Mm-hmm. Так, щит. О май щит. Лучше не надо. Да. Вот. Вот что-то. Быстро нас унизили. Один элитный мордоплюй пришел и все. АОЕшка тебя сбрил прям сразу. Вот, иди сюда. В пещерку сходим. Зачем ты на это ходишь? На платформу. Ну мы в пещерку еще вернемся, не переживай. Оп. Ну что, аптечки какие-то есть. Модификаторы, оружие хорошее. А может быть и нет. О, Патрики. Вот это уже другое дело. А босики, все отлично. Побудут. Кажется, там нас ждут мародеры. Вау, кажется, вот это мистик. Блин, у меня сейчас проблем с патронами вообще.
Блэкбёрдская пещера. Серьезные, ребят. Да. Настолько серьезно, что я уже почти склеил копыта. Это ой, блин, не рой, сука. Кончились патроны. Вот, молодец. Такой злобный смех еще. Нет, это оружие меня, что-то мне вообще оно не нравится. Уже оно не канает против 6 уровней, даже мародера, блин. О! Штурмовая винтовка 5 уровня, вот я патрончик. Пока еще не дорос. Че ты куда еще не деваешься? Все, у меня патрон уже есть. У меня их не было, когда я стрелялся с ним. А-а-а. Так. О! О! Богатство! Наконец-то птички. В пещерку сходим. В какой, в ту? Да. Только это тоже пещера какая-то, вроде бы. Я тебе говорю, что там это пещера одна. Кстати, тупиковая локация, ну. Поэтому может тут найти хорошее. Так сказать. Блин, да они охреневшие, что ли, совсем. Так, давай, спасаю. Стреляй, стреляй, стреляй. Этот пистолет вообще ни хера не помогает. А тут в таком восторге был от него. Это другой пистолет уже. Так, давай, тактическое отступление, Серег, тактическое отступление. У меня просто есть одна штуковина хорошая, которая сильно нам поможет сейчас. Вот. Все. Это там поможет. Им пизда. Я оружие 5 уровня нашел. Ой, они чем-то кидают острым. Ребята. Ножики. Детям не игрушка. Смотри, что я делаю. Я просто всех разваливаю. Минус только этой пушки в том, что патронов очень мало к ней. В обойме. Блин, это вообще потрясно. Не знаю, как ты, но я, по крайней мере, получаю удовольствие от этой игрушки. Мне очень нравится. А, тихо, ты сдурел, что нахера ты это делаешь? Блин, это бочка с топливом. Ты реально псих. Блин, это вообще... Взял бочку с горючим, раскирачил. Ой, фу, блин, смотри, дерьмо. Не вляпайся. Хотя, ладно, я понимаю, что тебе плевать. Так. Хорошо, кстати, что ты это понимаешь. На 5 уровне откроется умение, которое можно использовать. О, вот это оружие. Ты что, в толкане нашел оружие? Фу, блядь, плеванешь сейчас со всего этого. Надеюсь, друзья, вы не кушаете сейчас. Так, кто-то там... О, чувак, а ты что наверху-то? Спускайся давай. Ну не хочешь, давай я поднимусь к тебе, блин, цаца какая. Вот, хедшотик вам, пропишу. Описывать хедшот, это по мне. Я тебе взял хочу сказать их там до жопы. А? Там до жопы. У меня кончились боеприпасы, конечно. И ну я прям хедшоты прописываю, они дохнут. Удивительно, почему, да? Ведь у них мозгов нет. Парни. Сука, я сейчас... Блин. Как ты помер-то Да, этим пистолетом, о, так можно хедшота развешивать, когда он приближается. Давай, я тебя поднимаю, стреляй. Давай,
На тебе, бумеранг! На тебе, твореныш, крысеныш! Ой, блин, вообще. Так, чё, все, я подобрал патрики? Отлично! Да, на первую этапу, который уже прям очень не спасает. Правда, патроны у него очень чем-то быстро уходят. Главный минус. Так. Ты поднимайся, ничего не упускай. Тут очень много ящиков. Там очень много бабла, очень много патронов, кстати говоря, которые мы пропускаем с тобой. И жалуемся потом. Где же патроны? Не мы, а вы. А ты с дробовиком, вот это сволочь. Рок-н-ролл! Все кратыш нападает! О! Блин. Не беги на рожон. И не разбивай взрывоопасные баки. Кислотные баки. Слишком многого хочешь от меня. Хотя бы элементарного. Не разбивай то, что может взорваться потенциально. Фу, блин, дресня. Так, что тут еще? Воспламеняющий покровитель. Тебе нужен воспламеняющий покровитель? Мне кажется, это необходимо. Да, чтобы нет. Так, что, мы всех убили, что ли? Походу. Ни одно хп. Да я заметил, да. Как ты живешь до сих пор с таким здоровьем? Учитывая то, что ты псих. Ты должен был с одним хп подскользнуться вот на этой дресне сто лет, вылезающий. Ну, интересно, что я упал как раз спасся. О, рейтинг безбашенности один. О, туалет. Отлично. Газетку дать? Тут выкинуть всякое говно. Да можно. Во, у меня снова... О, это дробовик. Во! Это да. Я понимаю, пушечка. Хорошая. Так, куда нам там дальше? Ну, по сути, это как бы все. То есть это такая необязательная локация, которую мы могли бы посетить. Которую мы могли бы не посетить. Вон еще лесенка дальше есть. А все равно тут тупиковая локация, тут мы больше никуда не проникнем. Хотя, да, быть может, тут какая-то есть еще дверка, которая ведет в их убежище. Но что-то мне подсказывает, что это тупиковая локация. Больше тут некуда идти. Ну ладно, по крайней мере, пофанились. Прикольную базу расхерачили мародеров. Отомстили им. Это тупиковая локация. О! Внизу враги. Появились. Да, вот, например, на М можно активировать карту. И ты там увидишь. Иди сюда! Нашел безбашенного мародера. Прям безбашенного, безбашенного? Да. Гораздо безбашенный, чем ты? Я его с одним хп убил, чувак. У тебя щиты еще есть, не забывай про это. Вот это пушки, вот это да. С одним хп их замочил, чувак, с одним. У тебя еще щиты есть, не забывай, что они как броня. Они восполняются. Как выкинуть оружие? На Q ведь? Наверное. О, надежный магнум. А ты что не взял пистолет? Надежный магнум. Зелененький. Или у нас вообще дроп для каждого уникальный? Я что-то не могу понять этого. Мне кажется, что да. Угу. Так. Сейчас О, у меня очки... О, эти очки навыка открылись. Да. Ух ты, вызвать жестокуса, который будет сражаться за вас. У меня очки навыков есть, что мне сделать? Посмотри, тут есть три ветки развития. Почитай, что дает каждая ветка развития и прими решение, по которой ты будешь развиваться. Тут выбор не из легких. Так, ну что, пока мы будем выбирать, какую ветку будем развивать, собственно, на этом попрощаемся с вами. И уже во второй части встретимся вновь и будем проходить эту потрясающую, веселую, классную игрушку.